Ну, наверное, независимо от благосостояния, вот, человек должен быть заинтересован, реально заинтересован в решении тех проблем, которые сейчас существуют, и который готов, ну, пожертвовать многим, наверное, да? Вот, это непростая проблема, и, конечно, человек здесь должен быть, ну, в меру известный, наверное. С улицы человека такого не возьмешь, он ничего не решит. Человек, который уже известен в определенных кругах, человек, который имеет какой-то процент доверия со стороны населения, той страны, по крайней мере, даже если мы сейчас говорим об Украине. И, безусловно, вопрос очень сложный, очень трудный. И, возвращаясь к предыдущему вопросу, здесь очень большое давление страны Соединенных Штатов. Колоссально. Они вложили огромные средства для того, чтобы довести это состояние до того, которое сейчас на данный момент есть. И пока мы не договоримся с Америкой, наверное, какой бы ни пришел человек к руководству страной, ну, ему просто не дадут сделать то, что он хочет.